Выведели. Посредь бела дня на улице Механошина. Звучит как название какого-то автосервиса. А, нет, простите, редактор подсказывает, на улице Механошина. Это фамилия такое. Гаишники тормознули автобус нижегородской сборки, но с заморским названием «Фоксбас» и 159-ми пермскими номерами. И прикиньте, неожиданно для гаишников, рулевой этого лисьего автобуса стал меняться местами с пассажиром. Это вызвало вполне логичный вопросик. Почему? Оказалось, что на «Фоксбасе», приписанном к пермской организации, из Нягани домой в солено-ушлый край возвращалась бригада вахтовиков. Где-то на просторах Ханты-Мансийского округа 60-летний рулевой автобуса неожиданно для себя устал. И вместо того, чтобы тормознуться и отдохнуть, он предложил 41-летнему вахтовику, читай, пассажиру, порулить вместо него. Нет, ну ладно, бывает в легковушке водитель и пассажир меняются местами. Ну, допустим, если пилот пьян, и они разыгрывают спектакль перед гаишниками. Но тут-то автобус, тут-то надо иметь права категории «Д», а они есть далеко не у всякого. Так более того, у этого пассажира-вахтовика не оказалось вообще никаких прав, ибо его их лишили в мае 21 года за пьяное руление. Но бесправный пассажир не побрезговал, сел за баранку «Фоксбаса» и рулил в течение 3 часов, пока не закатился в Ивдель и не попался гаишникам на подмене. Автоинспекторы обратились к пассажиру объяснить необходимость перемещения с водительского сидения и передать документы на право управления автобусом. Мужчина смог предоставить только паспорт, объяснив, что управлял данным транспортным средством по просьбе водителя и отношения к автобусу никакого не имеет. А как вы передали им управление транспортным средством? А права не спрашивают. Мужчина категории нет. Если они работают, там что? А? Они работают кем? Водителями сейчас? Наверное. Ну, сейчас в отношении вас будет составлен протокол за то, что вы передали управление транспортным средством лицу, лишенному права управления. Завершилась эта история из цикла «Их поменяли местами» тем, что подменному водителю нарисовали 12.7 КУАП, это бесправное руление, и Ивдельский городской суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Вот неизвестно, сколько тысяч он заработал на вахте в Нягани, но по факту часть заработка пришлось отдать государству российскому и, может быть, даже немалую часть. Вот и помог уставшему водителю. Хотя изначально, наверное, мог предположить такой исход. В отношении настоящего 60-летнего пилота «Фоксбаса» тоже составили административку по 12.7 КУАП. Передача управления ТСом бесправному. Это тоже штраф 30 тысяч. Тоже он наверняка пожалел, что попросил пассажира порулить. Так ивдельские гаишники пошли еще дальше и отправили информацию о хитро вывернутости водителя в пермскую полицию, чтобы она, значит, провела проверку и приняла меры в отношении фирмы, к которой приписан этот элегантный и технологичный «Фоксбас». Ну, можно сказать, лисовозы.